Приветики! Специально для любителей игры в Poppy Playtime я подготовила невероятный фокус с Хаги-Ваги. Это классные лайфхаки для школы из бумаги. Обязательно попробуй! Для поделки понадобится черный картон или плотная черная бумага следующих размеров. С левой стороны отступим дважды по 1 сантиметру и нарисуем 2 отрезка карандашом, которые нужно будет согнуть, как я. Вот так. Подготовим еще 1 такую же деталь. И еще 2 небольшие из того же материала. Согнем уголочек в каждом из прямоугольников. Отлично! Приклеивать их будем на большие прямоугольники с той стороны, где сделаны сгибы. Отсчитаем 1 и где-то по центру тонкой полоски с легкостью приклеим нужную деталь для фокуса с Хаги-Ваги. 1 маленький прямоугольничек должен быть сверху, главной заготовки. А вот 2 будет снизу, другой главной заготовки. Потом поймешь почему. Детали из плотной бумаги для поделки готовы. Теперь соберем игру Playtime. Наклеим 2-сторонний скотч на 1 полоски с краю. Если скотча нет, не переживай. Приклей просто обычным клеем. А теперь смотри. 1 заготовка лежит с приклеенной деталью слева, 2 деталью справа. Убираем защитный слой от скотча и склеиваем 2 заготовки. Вместе, как и лежали. С каждой стороны будут находиться сгибы, которые мы делали ранее. А внутри поделки 2 небольших приклеенных прямоугольника, у которых мы загибали уголки. Обязательно проверь, все ли у тебя будет верно, как я говорю. Немного подожмем все сгибы. А теперь самое интересное. Рисуем Хаги-Ваги. Для начала сделаю набросок карандашом. Нарисую его голову со страшной улыбкой, большими глазами и острыми зубами, на которых висят слюни. Жуть! Такого за углом встретишь и... случится страшное. Как только набросок сделан, приступаю обрисовывать контуры черным маркером или линером. Возьму 2. Подготовлю свою руку к рисованию. Класс! А где рисунок? Отлично! Берем маркер и начинаем мазюкать. Шутка! Для обрисовки контуров я люблю использовать несколько линеров разной толщины пера. Толстым обвожу наружные контуры и все, что нужно закрасить черным. А тонким – внутренние контуры. Вообще, вместо Хаги-Ваги из игры Poppy Playtime можно нарисовать любых других персонажей, каких захочешь. Фокус получится все равно классным. И для развлекухи с друзьями на переменке ух, как пригодится. Голова и длинная рука, которая потянется за твоим другом, готовы. Вырезаем и приклеиваем их на те небольшие внутренние прямоугольники. Голова сверху, а рука, соответственно, снизу. Ну а если хочешь еще и удивить своих друзей, можешь сделать и наоборот, конечно. На белом кусочке бумаги рисуем фрагмент из игры в Poppy Playtime. У меня это будут 2 вытянутых руки, которые тянутся к открытию двери в длинном и темном коридоре. А вот что находится за ней, мы так и не узнаем. Потому что до того, как открыть ту самую дверь, нас слопает кровожадный Хаги-Ваги. А может, он не кровожадный? Как ты считаешь? Отличный получился кадр. Нанесем на обратную сторону рисунка любой клей. Приклеим его на лицевую сторону бумажного фокуса или игры. Честно, даже не знаю, как назвать то, что сделала. Самое главное, что поделка из бумаги получилась классная. Играй и развлекайся, ведь впереди выходные. Всем отличного настроения, а с вами была Таня. Пока-пока!